Привет, это магазин «Попади в десятку». Сегодня у нас ПОСП. Это функциональный прицел белорусской компании «Белома». Интернет-магазин «Попади в десятку». Поставляется он в таком чехле, без коробки, так как изначально сделан для армии. В комплекте идет инструкция на русском языке, отвертка для всего девайса, ее можно использовать как брелок, салфетка для протерки стекол и наглазник. Крепление у этой модели предназначено для винтовок любых моделей СКС, Тигр, Вепрь, Сайга. Само крепление здесь совмещено с прицелом, благодаря монолитному корпусу, из-за чего прицел не будет съезжать при большой отдаче от выстрела. Корпус выполнен из качественного металла. Наполнен он азотом для предотвращения образования запотевания на внутренних сторонах линз. С двух сторон расположились защитные пластиковые крышки, одетые на линзы. Они защитят прицел от случайного попадания воды, грязи или песка. Крышки съемные, таким образом можно надеть наглазник. Кратность настраивается колесом, которое находится за защитным колпачком. Достигает она от 2 до 6, что разрешает использовать оружие на малых и средних дистанциях. Далее у нас колесо, настройки внутренней сетки по вертикали. Можно регулировать выше и ниже. А сбоку колесо по настройке горизонтали, то есть правее и левее. На самом креплении отсек для двух батареек. И кнопка включения-выключения подсветки сетки. Приобрести этот аппарат можно у нас на сайте, сделать это очень просто, нужно перейти в описание, кликнуть по ссылочке и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно, доставка по всей России. А на этом, собственно, все. Если тебе что-то понравилось, обязательно поставь лайк, поделись видео, напиши, почему тебе это понравилось. Если тебе не понравилось, поставь дизлайк, напиши, почему тебе это не понравилось. Мы абсолютно открыты к адекватной и заслуженной критике, а твоя активность помогает нам развиваться и становиться лучше. Лучше нам, лучше тебе. Пока!